Очень многие люди любят такое состояние, которое можно назвать состояние душевного покоя и ясности в голове. Но вся задача в том, чтобы научиться получать это состояние, которое, возможно, вы получали много раз спонтанно, теперь получать его в нужный момент по своему желанию, в любое время и в любом месте. Ясность ума, покой в душе. Ну что может быть лучше этого состояния? Ну может быть лучше этого состояния может быть вдохновение или состояние влюбленности или состояние. Ну какое состояние вы считаете для вас было бы наиболее оптимальным для решения многих-многих жизненных вопросов? Давайте подумаем вместе. Потому что есть задачи, которые требуют определенного состояния для их решения. Задачи могут быть самые разные. А вот есть состояние, которое помогает вам все задачи, самые различные, решать эффективно. Это нулевое состояние. Нулевое состояние – это состояние душевного равновесия с ясностью ума. Но в очень глубокой степени. Это состояние можно назвать эмоциональным дистанцированием глубоким, отрешенностью, созерцательностью. Это состояние выхода из эмоций. Это отрешенность. Это состояние, когда вы до этого, например, были в сильном напряжении, например, вспоминали фамилию, никак не могли вспомнить. А потом отошли от этого, задумались, и она всплыла. То же самое и здесь. Если у вас есть какой-то вопрос, вы его решаете, никак не можете решить. Применили ключ, вышли на состояние глубокой безмятежности, созерцательности, вышли на состояние нулевое, и пришел ответ. Это так прекрасно. Давайте учиться этому.